Здравствуйте, в эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала «Первый Карагандинский» и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Весенний паводок не прошел бесследно. В результате скопления льда вышла из берегов река Сабыркожа. Потоплено 20 дворовых территорий села Николаевка Сакаровского района. Электронное здравоохранение – вызов современности. В медицинских учреждениях Карагандинской области на протяжении нескольких лет успешно реализуется масштабный инновационный проект. Сенсация в карагандинском спорте. Никита Амоскин и Анастасия Долганюк стали чемпионами мира по спортивной акробатике. Мировое первенство прошло в начале апреля в Бельгии. Двадцать дворовых территорий частных жилых домов были потоплены в селе Николаевка Сакаровского района. Как сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, в результате скопления льда река Сабыркожа вышла из берегов. Жертв, пострадавших и разрушений нет. В чем есть, так и вышло. И тут вот, мы тут сюда на асфальт выйдем и смотрим, вода прибывает. А там в кольцо не успевает уже уходить вода. Пенсионерка Минера Ескандарова вспоминает, как 12 апреля вечером вода с реки Сабыркожа стала стремительно прибывать, затапливая двор и подвал дома. Всех жителей поселка Николаевка эвакуировали в местную школу. Сельчане недоумевают, почему паводок коснулся именно их. В прежние годы такого не было. Даже в те зимы, когда выпадало большое количество снега. Вроде снега мало в этом году, думаю, ну в этом году, наверное, обойдется. А то каждый год же пугает. Позапрошлым году вот много снега было. Ну ничего, вроде обошлось, а видишь, в этом году. И снега мало было, и вот такое получилось. Вот. Мы далеко вроде от речки живем. Речка где, а мы где. И вот нас затапливают почему-то. Причиной подтопления стала река Сабыркожа, вышедшая из берегов. А из берегов она вышла потому, что в русле скопился лед. Уже буквально через час после происшествия силами подразделений ДЧС совершен подрыв ледяного затора. В акимате сельского округа заявляют, что лед пришел по реке за считанные часы. А значит, и предугадать его появление было невозможно. Несмотря на это, власти готовы оказать помощь пострадавшим сельчанам. В настоящий момент, сразу же на следующий день были приняты меры по, значит, оказанию помощи населению. Была создана комиссия, которая привлекла независимого оценщика, который пошел по домам и, значит, в настоящий момент производит оценку имущества, которое, значит, пострадало. Люди написали, что имущество пострадало, написали заявление. В настоящий момент данное заявление рассматривается. Значит, после подсчета принесенного ущерба от специализированной оценочной организации будут производиться выплаты в соответствии с оценочными отчетами. В настоящее время ситуация стабилизирована. С 13 апреля на месте проводились работы по санитарной очистке русла реки и населенного пункта. Также организована работа по отсыпке участков скрытого дорожного полотна. Работают, не покладая рук, и сельчане. Им еще предстоит осушить подвалы, подлатать полы, да посчитать ущерб. Мирамгуль Салкимбаева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. В Карагандинской области подвели итоги социально-экономического развития за первый квартал года. Как сообщил на аппаратном совещании в акимате руководитель областного управления экономики, за первый квартал текущего года положительные показатели достигнуты во всех сферах деятельности. По итогам первого квартала года в Карагандинской области сохранена устойчивая динамика роста. Обеспечено достижение всех основных индикаторов. Об этом в ходе аппаратного совещания доложил руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования. Динамика объемов основных ВРП образующих отраслей экономики с их удельным весом более 74%. По данным краткосрочного экономического индикатора демонстрирует рост в размере 5,5%. По этому показателю область заняла 9-е место по стране. По итогам первого квартала рост экономики обеспечен во всех базовых отраслях реального сектора. В промышленности на 5%, в сельском хозяйстве 5,4%, в строительстве 29,1%, в том числе за счет объема вводимого жилья на 31%.
Возросли объемы торговли на 6,5%, услуги транспорта на 6,1%. Опережающий темп роста продемонстрировала обрабатывающая промышленность, достигнув уровень свыше 12%. Несмотря на устойчивый рост в целом, в ряде регионов области наблюдается снижение, в частности, производства продуктов питания. Объемы производства продуктов питания снизились в 5 регионах области с 0,6 до 39,1% к аналогичному периоду 2017 года. При этом максимальное увеличение значения по Абайскому району, Осакаровскому, Шетскому, Нуринскому и городу Приозерск. Максимальное снижение по Улытаускому району, Бухаржиравскому, Актагайскому и город Сатпаев. На недостатки обратил внимание и аким области. Ерлан Кушанов отметил, что некоторые регионы не достигли ожидаемых показателей, в частности, по привлечению туристов. Вот по Сатпаеву, Аскар Аблаевич, проседает 3 показателя. ИФО инвестиции 52,5%. А удельный вес у нас в целом 6,6%. Объем строительных работ не выполнен на 23,5%. Жилья всего 34,3. Так, дальше. Джисказган. Объем строительных работ также не выполняется. Улутау Анвар Серикбаевич. Не исполняется 2 показателя. ИФО промышленности и ввод жилья. На совещании также было отмечено, что положительная динамика социально-экономического развития области в целом способствовала росту поступления доходов в бюджет. За первый квартал областная казна пополнилась на сумму свыше 40 миллиардов тенге, что превысило запланированную сумму. Это позволило выполнить все социальные обязательства. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В рамках программы «Рухани Жангру» 100 новейших книг будут переведены с английского на казахский язык. Данный проект направлен на обогащение знаний казахстанцев в области гуманитарных и социальных наук. На данный момент широкой публике были представлены 18 из 100 книг. Над переводами работали ученые и квалифицированные специалисты. Создание уникального проекта было продиктовано необходимостью расширения современных знаний. Ученые страны сошлись во мнении, что труды зарубежных авторов в сфере социальных и гуманитарных наук позволят вызвать интерес молодежи к наукам и повысить ее конкурентоспособность. Каждое время диктует свои требования. Чтобы воспитать поколение, способное отвечать высоким требованиям стремительно развивающейся экономики, необходимо отвести значимую роль литературе. Благодаря переводу 100 новейших книг казахский язык пополнился международной научной лексикой, а также обогатится фонд научной литературы. Главная задача этого проекта – взять за основу лучшие мировые идеи и внедрить их в систему образования Казахстана. К переводу учебников специалисты подошли тщательно. Были созданы комиссии, которые следили за тем, чтобы не были потеряны теоретическая и практическая значимость книг. Я считаю, что благодаря переводу 100 учебников мы сможем установить прочную культурную связь с более развитыми странами. Раньше мы переводили книги иностранных авторов с русского языка. А сейчас у нас появилась возможность сохранить смысл оригинала и передать его нашему народу. Проект «100 новых учебников» откроет для казахоязычной аудитории талантливых зарубежных авторов, а их труды внесут свою лепту в обучение молодого поколения Казахстана. Перевод этих книг позволит нам, представителям молодого поколения, расширить кругозор. Для студентов это очень важный и значимый проект. Я рада, что теперь у нас есть возможность ознакомиться с трудами иностранных авторов и перенять их опыт и знания. Для осуществления задач проекта «100 новых учебников» в 2017 году был создан общественный фонд «Национальное бюро переводов». 12 апреля при участии главы государства публике были презентованы первые 18 учебников, для перевода которых была создана рабочая группа из 90 специалистов. Каждый из учебников планируется выпустить тиражом в 10 тысяч экземпляров и передать в учебные заведения. Эти книги будут включены в учебную программу 2018-2019 учебного года. Тохжан Лянова, Шалкар Алтынбек, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Спонсор выпуска новостей – медицинский центр «Атлант», город Санкт-Петербург.
В Караганде из Санкт-Петербурга доктор Бочиновский с 15 по 30 апреля лично проведет прием пациентов, избавит от головной боли, мигрени, шума в ушах, межпозвонковой грыжи, уберет причины хондроза, сколиоза, использует уникальный швейцарский метод лечения. Торопитесь, запись ограничена. Телефон для справок 365-300. Позвольте себе и своим детям жить без таблеток и операций. Звоните прямо сейчас 365-300. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь... пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Электронное здравоохранение – вызов современности. В медицинских учреждениях Карагандинской области на протяжении нескольких лет успешно реализуется масштабный инновационный проект. Сотрудники Центральной районной больницы Абайского района поведали о подготовке к внедрению комплексной медицинской инновационной системы и преимуществах безбумажного ведения медицинской документации. Цифровизация здравоохранения позволяет вывести медицину на новый уровень. Десятилетиями ранее в этом убедились многие зарубежные страны. В Казахстане внедрение информационных технологий в медицинских учреждениях относительно новое явление. Однако данный шаг уже дает плоды. Внедренная в пилотном режиме в 2014 году комплексная медицинская информационная система в данный момент успешно функционирует на территории всей области. Эффективность этой системы подтверждают и сотрудники Центральной районной больницы Абайского района. Здесь к внедрению новой системы подготовились основательно. Для сотрудников больницы были организованы курсы компьютерной грамотности. Комплексная медицинская информационная система привлекает персонал тем, что бумажной волокиты стало намного меньше. Всем нравится, потому что сейчас меньше бумаг, практически бумагами сейчас вообще бумаг нет, и поэтому все занимаются, имеют всю информацию чисто в электронном варианте. Так как уже говорили, что больные поступают вот в приемный покой, получается, по этой программе работает. Это все сразу же улетает в стационар, если просто так, просто говорить прямо. И в стационаре уже врач стационара, он получает информацию из паспорта здоровья пациента с поликлинического, в поликлинике, чем больного болело раньше. И получает быструю информацию, уже работает, уже готовая из приемного покоя информация с этим больным. Очень удобно, коллективу нравится. Персоналу нравится. Преимущества комплексной медицинской информационной системы оценили и пациенты. Посредством мобильного приложения «Домумед» они могут записаться на прием без посещения клиники, а что самое важное – не терять время в длинной очереди. В эффективности нововведения убедилась и жительница Топара Ирина Трегубенко. По ее словам, как только она обратилась в приемный покой с жалобами на ухудшение состояния здоровья, женщину обследовали и незамедлительно провели операцию. Ирину приятно удивили оперативность и приветливость персонала. Приехала в приемный покой, зашла, мне сразу это на компьютере все сделали и быстро подняли, операцию сделали, быстренько, время прям быстро. А вот браслеты одели какие-то, ну вот интересно, прям фамилия, имя, отчество, все тут номер, хирургическое отделение написано, операцию сделали, все так хорошо, прям врачи такие все добрые. Комплексная медицинская информационная система является отличным связующим звеном между врачами и населением. Каждый врач парой кликов мышки может получить всю необходимую информацию касательно своего пациента, а также результаты его анализов. Персонал больницы отметил, что подобная база данных значительно сокращает поиск нужной информации. В настоящее время Центральная районная больница Абайского района оказывает медицинскую помощь 25-тысячному населению. Тохжан Лянова, Жаслан Мокулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В школе-гимназии номер 102 состоялся физико-математический турнир «Интеллектуал-2018». Команды, сформированные из учеников 5-8 классов, боролись за место во втором туре. Гран-при досталось ученикам школы номер 81.
Физико-математический турнир в Караганде проводится впервые. Уникальность проекта состоит в том, что к победе участники стремятся вместе, а не по отдельности. Привести к успеху может только слаженная работа в команде. В этом убеждены организаторы. В турнире приняли участие учащиеся городских школ с 5 по 8 классы. Команды состояли из 4 человек, по одному представителю из каждого класса. Учителя уверены, что подобные мероприятия позволяют выявить способности ученика к логическому мышлению. Такие мероприятия позволяют сделать хороший, правильный отбор детей, которые интеллектуалы, у которых развито логическое мышление, которые склонны к естественно-математическим наукам. И даже те ребята, которые не прошли во второй тур, у них есть возможность, способность, а главное желание работать дальше над своим развитием, над развитием интеллектуала. Могу сказать, что задания были подобраны самого разного рода, но главное, эти задания были направлены на формирование у ребенка функциональной грамотности. Но все это шло в пределах программы школьного курса. Гран-при турнира «Интеллектуал-2018» досталось команде среднеобразовательной школы номер 81. Ученики отметили, что секрет их победы в командной работе. В этом есть заслуга каждого, гордо ответили участники турнира. Наша команда «Эрудиты» очень хорошо подготовилась. Мы хорошо подготовили наши эмблемы. Мы не ожидали, что мы займем гран-при, но благодаря нашему дружелюбию, нашей сплоченности, мы одолели это соревнование все вместе командой. Турнир проходил в 2 этапа. Команды, не прошедшие во второй тур, были награждены утешительными призами. Организаторы надеются, что физико-математический турнир будет проходить на традиционной основе. Они верят, что подобным образом интерес школьников к данным дисциплинам возрастет. Тогжан Лянова, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Впервые в истории Казахстана спортсмены из Караганды стали чемпионами мира по спортивной акробатике среди молодежи. Никита Амоскин и Анастасия Долганюк выиграли мировое первенство, которое проходило в Бельгии. На ковре карагандинские спортсмены Никита Амоскин и Анастасия Долганюк. Строгие судьи и все поклонники спортивной акробатики с замиранием сердца следили за успешным выступлением карагандинской пары. И вот долгожданные результаты. Спортсмены из Казахстана стали чемпионами мира. Это очень хорошее достижение. Никогда в истории Казахстана этого не было. Ребята наши молодцы. Никита Амоскин, Анастасия Долганюк. Мы, конечно, уже не один год за ними наблюдали и всегда знали, что у них будут очень хорошие результаты. У нас очень много талантливых ребят, поэтому, я думаю, это не последние наши победы и достижения. На соревнованиях в Бельгии карагандинская пара продемонстрировала 3 композиции – баланс, динамик и комбинированная композиция. Все композиции мы сделали очень хорошо. У нас задача была перед чемпионатом мира поехать на чемпионат мира, сделать то, что мы можем. Если мы делаем то, что мы можем, тогда у нас будут и хорошие результаты. В преддверии мирового турнира ребята усиленно тренировались, однако это не избавило их от волнения, признается Анастасия. У каждого есть волнение, но когда выходишь на ковер, ты о нем забываешь, работаешь с партнером, все эмоции, всю свою работу, все, что ты наработал, все, что ты отточил, можно так сказать, ты отдаешь зрителям, судьям и показываешь это. Никита Амоскин занимается спортивной акробатикой уже 11-й год. А с Анастасией они вместе работают уже 8 лет. Спортивная пара в течение нескольких лет успешно выступала на различных турнирах. Это и чемпионат Азии в 2015 году, и турнир стран Балтии и СНГ. В прошлогоднем мировом первенстве, которое проходило в Китае, Никита и Анастасия стали бронзовыми призерами. Сегодняшний результат стал настоящей сенсацией. Международное жюри очень высоко оценило, поставив одну из самых высоких оценок – 29-350. Это очень высокая оценка для международного ранга. Мы долго готовились к этому. Было очень тяжело психологически, потому что была другая страна, другое время, 4 часа разницы. Но психологически дети подготовились и достойно выступили.
Также на чемпионате мира в Бельгии в составе сборной Казахстана помимо Никиты и Анастасии выступила и смешанная пара. Среди 27 стран мира они заняли 6 место. Сегодня Никита Амоскин и Анастасия Долгонюк переходят во взрослую категорию. А это значит, что предстоит еще очень много работы. Андрей Теншал, Карл Тынбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде состоялся республиканский турнир по армейскому рукопашному бою. Соревнования были посвящены памяти Дербисали Батыра. 28 команд со всего Казахстана выступили в трех возрастных категориях. Лучшие спортсмены были награждены медалями, поясами и ценными призами. Турнир был организован потомками Дербисали Батыра. Казахский народ всегда славился батырами, защищавшими наши земли и народ. Одним из таких храбрецов был Дербисала Айдаболулы из рода Сарым. Он известен своими военными подвигами, а также тем, что был правой рукой Абылайхана. Его потомки до сих пор свято чтят память о своем великом предке. Тому доказательство – ценная реликвия – сабля, которая передается от поколения к поколению. Я считаю, что данный турнир сыграет огромную роль в воспитании нашей молодежи. Мало кто сейчас знает о батырах, ведь в то время не было письменности, истории передавались из уст в уста. Наш предок Дербисалы Батыр жил во второй половине 18 века. Он был правой рукой Абылайхана. Мы считаем, что память о таких людях не должна угасать, поэтому мы рады, что проходит республиканский турнир, посвященный его памяти. В республиканском турнире приняли участие 28 команд со всей страны. Спортсмены боролись в трех возрастных категориях – от 7 до 15 лет, от 16 до 19 и старше. Участники продемонстрировали отменную подготовку и захватывающие бои. Никита Воронин, который занимается рукопашным боем уже третий год, является воспитанником тренера Бахтияра Рахмжана, потомка Дербисалы Батыра. Поэтому для юноши особая честь выступать на этом турнире. Занимаюсь рукопашным боем в протяжении 3 лет. Мой тренер Бахтияр, Рахмжан Бахтияр Тухумалович. Он потомок Дербисалы Батыра. И я защищаю честь выступать на этих соревнованиях за своего тренера и за Батыра. Организаторы наградили победителей ценными призами. Юноши, отличившиеся в возрастной категории до 15 лет, были удостоены медалей, а спортсмены старше 16 лет получили в награду пояса. Организаторы надеются, что турнир станет традиционным. Тоғжан Лянова, Шалкар Алтынбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго, Амансо Бомстар.